Всем, ребята, привет! Идем. Так, тут на тему поговорим, на эту тему, когда постоянно у кого-то он так появляется вопрос, кто-то думает, кто-то пишет прямо, почему до сих пор никого не нашла, или ты в поиске. Я на этот вопрос вам отвечу честно, как вот я на это смотрю. В действительности, Ола, очень-очень мало мужчины, которые нормальные, возьмут женщину с детьми. Нет, они есть эти мужчины, я ничего не скажу, хорошие мужчины. И вот не вот эти вот, типа, пишут олени там или вдуватели. Вдуватели они вечно пишут, тебя возьмет олень. Знаете, почему появились вот эти вдуватели? Потому что им часто очень отказывают. Оленями они кого-то подразумевают, кто действительно есть мужики, действительно готовы взять ответственность за чужих детей. И это не олени, это действительно люди, которые могут нести не только за себя ответственность и за женщину, но и за ее детей. Это очень мало процентов таких мужчин. А вообще, если честно признаться, мало таких мужчин, которые возьмут ответственность за твоих детей. Они могут говорить тебе очень красиво, что они все будут делать для тебя, для твоего ребенка. Но если уж вот так подумать, вот все подумайте, мало ведь действительно таких, которые вот эти мужчины все это выполняют, делают то, что не обещали, заботятся о тебе, о твоем ребенке. В основном это либо которые в тюрьме побывали, либо которые не хотят работать. Они создают отношения с женщиной, у которой есть дети, которая действительно видит, что заботливая. Дети будут накормлены, я буду накормлен, а он все вечно в поисках себя, в поисках работы. Все ему там плохо, тут плохо. Вот эти вот варианты сразу. Такие неполноценные люди не интересуют меня. Потом, как я считаю, мои дети тоже достойны счастья. И если какие-то отношения, чтобы они тоже в этих отношениях не страдали. Поэтому абы какие отношения меня не интересуют. Абы вот эти вдуватели меня тоже не интересуют. Знаете, их сколько мне написывают? В личку они там рвут, истерят. После того, что когда в личку им не отвечаешь, посмотришь, посмеешься на них. Они начинают комментариями обливаться там. Это действительно очень много людей. Это не голословно. Это просто это нельзя эти переписки показывать. Ну, это как получается оскорбление, их будет унижение, у них там какое-то достоинство существует. Вот, я хочу сказать. Поэтому вот эти вот люди, которые строят отношения с женщинами, с детьми, которые действительно для этих детей, для этих женщин делают, пожалуйста, цените этих мужчин, потому что их очень мало. В основном стихоплеты. Вот как говорится, главное в твоей жизни, чтобы появился волшебник, который будет действительно творить чудеса, а не сказочник, который будет рассказывать тебе сказки. И я это не говорю от какой-то обиды, нет у меня такой какой-то обиды, потому что в моей жизни встречались хорошие и плохие мужчины всякие. Это же, ну, действительно правильно, что и женщины есть хорошие, и плохие мужчины точно так же. Все взаимно, дорогие мои. Но и к женщинам какое отношение вот это вот? Как ты к ней относишься, так и она будет хорошо к тебе относиться. Мне посуду будет, не надо. Я тут